Клади сюда. Давай. Брось! Добрый день, месье Бегра. Позвольте, я вас подвезу. Зачем это? Мне нужна помощь. У меня слишком много денег. Неплохо бы знать, о какой сумме речь. Две спортивные сумки, набитые деньгами. С тобой я только время теряю. Я тебе нужен так же, как ты мне. Слушай внимательно, повторять не стану. Ты ничего не меняешь в своей жизни. Тот же режим, та же одежда, та же машина. Ты фильмов насмотрелся. Это она вбила тебе в голову, что я тебя обокрал. Полиция прежде всего ищет деньги. В ограбленном магазине хранился общак западной банды. Фонд защиты детства. Где деньги? Чтобы вы знали, во что ввязались. Того, кто их украл, рано или поздно замочат. Я пойду на преступление, но без жертв. Жертвы есть всегда. Полиция — это правительство, а правительство только дурит нас. Власти не любят наличные, все остальное можно контролировать. Никто не знает точно, сколько денег крутится в мире. Миллиарды миллиардов. Вы специалист по налоговому раю? Увы, рая на земле не существует. Фильм Даниэля Кана. Можете пересчитать, если хотите. Да, хорошо. Да что, 3 миллиона будешь считать? Продюсер Дениз Робер. Мне казалось, что до сих пор вы были честным человеком, а сейчас вы все испортили. Что испортил? Моя семья веками бедствовала. Теперь у меня есть шанс. Может, меня арестуют или убьют, но я хотя бы попытаюсь. Падение американской империи. Эту сумму вам перечислили подрядчики? Ну да, конечно. Прямо на Бермуды? Я бы предпочел заполнить налоговую декларацию, но я помощник министра транспорта, и это большой риск. Ну да. Падение американской империи.